футболист, прекрасно игравший за Видом Дехе и Андером Эррерой. Ну, Дехе уже был тогда игроком Манчестер Юнайтед, а Эррера... Сейчас удар по воротам! Как удар наносит мнением, что это финал Кубка Английской Лиги. Ибрагимович бьет по воротам! Гол! Вот вам, пожалуйста! Был в тени, был, а сейчас светит солнце под названием Златан Ибрагимович. 1-0. Великолепно выполненный штрафной и очередной гол шведа. Безмерно уважаю этого футболиста. Да, но здесь, конечно же, и маху дали футболисты, стоявшие в стенке. Посмотрите, мяч пролетает над головой низкорослого Дэвиса. Не успевает североирландец реагировать на этот удар. И Форстер в последний момент видит мяч, который, видите, вылетает. Пас. Из тому, как окружили Тадича. Сейчас Габьядини. И удар по воротам. Ох, какой удар шикарный в нижний угол. Давид Дехе. Но почему-то немножко так забывают о потрясающей просто игре. Сейчас мячом Лингард, удар по воротам и 2-0. Вот то, что я вам говорил. В тени был Ибрагимович, забивает в тени Лингард, сказал я, и Лингард. Как технично сыграл Джесси, а? Так вот, все-таки продолжу свою мысль о Андре Эррере. Дальше Хуан Мата, Марсиаль, Рохо и передача на Лингарда. И знаете, как катит в нижний угол, как технично, точно. И Златан Ибрагимович так по-свойски, как старший. Смотрите, эх, как здорово. И так подзатыльник дал Лингарду. 2-0 ведет Манчестер в финале Кубка Английской Лиги. 57-й розыгрыш. И 2-1. Габьядини. Гол в раздевалку. Здорово итальянец сыграл после простых. Ромео. Это Редмонд. Передача на Ворда Прауза. И посмотрите, нет тут никакого офсайда. Здесь, конечно, почему не пошел Эрик Баи за итальянцем? Вот это вопрос. 48-я минута. Угловой. Теперь Уорд Прауз с этого угла подает. Подача. Не дотягивается Ориоль Ромео. Еще один момент. И удар Габьядини. 2-2. 2-2. Вот так. Габьядини. 2-2. Саутгемптон, проигрывая 0-2, сравнивает второго тайма. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь. Кто держит Габьядини? Рядом с ним. Рядом с ним Крис Смолинг. И опять рядом Эрик Баи. Не атакуют итальянцы, и тот сходу бьет ногой. Джесси Лингард, его отталкивает Йосида, но все было в рамках правил. Плечо в плечо, а дальше передача Погба не прошла, и Ибрагимович берет мяч, и Погба прождал чуть-чуть. Погба не понял, не поверил. Эвертона. Марсиаль, подача в штрафную. Лингард, удар! Выше ворот. На Карика, Карик на Марсиаля. Манчестер Юнайтед, одна из последних атак. Марсиаль с мячом не расстается. Передача на Андре Эрреру. Эррера подает, и вот момент, удар. 3-2! 3-2! Ибрагимович! 3-2! Ну, кто? Саутгемптона хватался до конца, и подача. Ну, тут никакого офсайда нет. Защитники так здорово провели матч. Йосида со Стивенсом. И посмотрите, какой разрыв в этой линии. И здесь один.